приятного времяпрепровождения. С вами, как всегда, Козел Альпийский. И, черт подери, четвертый день отключает у меня свет. Видать, стимулирует меня к созданию нестандартных роликов. Гневу моему нет предела, но, тем не менее, решил я записать сегодня обзор-позор, да, позор-распаковка на такой вот набор двусторонних маркеров в сумке, 48 цветов. Теперь поподробнее, что же это такое. Значит, это было куплено в замечательном магазине, я его называю мистер дешманство, это светофор. Об этом магазине я узнал достаточно давно, не знаю, лет 5 назад, но когда смотрел друзей, которые у меня в Сибири живут, в Ленинградской области, в Петербурге не было еще этих светофоров, но вот пару лет назад они появились, и в прошлом году вот я увидел в продаже такой набор, стоил он, сейчас я не вспомню, по-моему, 500 рублей или 400, или 300. Естественно, это не с прошлого года, в прошлом году я побоялся покупать такие маркеры, это скетч-маркеры, вроде как называется. Очень девочки современные любят делать на них обзоры, я смотрел, честно говоря, не знаю, чем они так крутые. Обычные акварельные краски ничем от них не отличаются. Ну, и об этом потом. В общем, скетч-маркеры увидел я в прошлом году. Точно помню, что в прошлом году они стоили 500 рублей. В этом году вроде как даже немного дешевле. И в этом году, собственно, я посмотрел на эту фигульку и решился. Я сразу скажу, я уже открывал, смотрел, что там даже работал этими маркерами. Да, потому что, ну, были у меня очень-очень предвзятые отношения, предвзятые мнения к этому туиску. Что там может быть, давайте же посмотрим, что там. А там вот над лбом расцветившее крыло попугая, скажем так, вот такие вот маркеры. Написано «маркер двусторонний», видите, вот с этой стороны у него жальце такое, жальце в глаз совальце, а с этой стороны у него такая кисточка, взад запихисточка. Как он называется? Sky Blue, да? Не Blue Sky, а Sky Blue. Это, видимо, Sky из Sphinx стал нетрадиционной сексуальной ориентацией, чтобы соответствовать трендам. Вот называется Cerulean Blue. Я не шучу, тут действительно написано Cerulean, видите? 63, наверное, 69 надо было есть, интересно, 69. Ладно, давайте не будем прикалываться. А вот есть 69, и как ни странно, это действительно синий цвет, называется Prussian Blue. Prussian Blue я знаю по совершенно замечательной визуальной новелле. Это «Катава Сёдзё», «Калечная дева» переводится. Это «Прусская лазурь». Там герой рефлексирует по поводу прусской лазури, как сейчас помню. Говорит, не знаю, что-то знакомое, но не уверен, что найду на карте. Блин, конечно, петух ты ее не найдешь на карте. Пруссия исчезла в 19 веке. Может, это я петух, и она исчезла в начале 20-го. Вот написано «Пастель Вайлет». Вайлет, я знаю, такая ютуберша есть. Имеет ли к ней какое-то отношение вот этот маркер или нет? Не знаю, рисует она им или нет. То же самое, жальцы такие. Посмотрим еще что-нибудь. Вот «Turquoise Blue». «Turquoise» — это «Бирюза» переводится. У Games Workshop, который Warhammer делает фирма, да, «Цитадель» краски она выпускает фирма. Тоже было «Хавг Turquoise» — это «Соколиная бирюза». Это «Сокол ясный», когда говорят, да, вот «Сокол ясный», он вот такого цвета, да, то есть вот сине-зеленый такой соколячий цвет, какой-то большие буквы, VG8, Warm Grey, Саша Грей есть, а это Warm Grey, это мужик, наверное, 41 Olive Green, это их коллега Оливия Грин, наверное, посмотрим, здесь тоже есть что-нибудь такое, да. У меня идет стройка, записываю я посреди стройки, потому что не могу зарядить дрель. Двойка написано, Old Red. Ну, раз он аж второй, он. Vivid Green. Чё там? Salmon Pink. Salmon это кто? Лосось у нас, да? Лососёвый цвет. Лососнул тунца. В общем, не знаю, правда ли их здесь 48, я не считал. Какие-то у них тоже Cool Grey. CG9, CG7 Cool Grey. Вроде как почти одинаковые. Ну, вот это потемнее чутка. Ух ты, на камеру как темнее. А в жизни они почти одинаковые. В общем, увидел я все это разнообразие. Вот эта хрень называется 101 желтая охра. Разве это охра?
Вот вроде как охра. Вот этот цвет. А написано Deep Yellow. Привет от Диппера. Азалия Purple. Ну, цвета у них прикольные названия, но... написано Fresh Green, а это желтый. Видите, да? Ну, здесь Fresh Green. Ни хрена себе. Fresh Green. Вот тебе и Green. Желтый же. Матка Боска Чистаховская. Желтый, а написано Green. Ладно, пофигу. В общем, такие вот маркеры. Но, естественно, какую-то раскадровку цветов я делать не буду. Я это делал в универе в 2006 году на первом курсе. И, да и то не доделал, и забыл и проклял. Я не вижу в этом смысла. Я сразу покажу несколько артов, которые я уже покрасил. Да. Этими замечательными скетч-маркерами. Так, первый арт. Вот такой вот замечательный крокодил. Для своей игры я это делаю, эти арты. Потом это все, естественно, будет диджитали обрабатываться. Но что я могу сказать? Ну, с одной стороны, цвета ложатся хорошо. Я это делал холодным карандашом. Знаете, такой двухсторонний карандаш, синий-красный. Я очень часто им делаю набросок. Вот здесь это был холодный синий. Очень хорошо перекрывается этот карандаш этим маркером. У меня тут не очень хороший линер, но... В общем, маркеры оказались не таким навозом, как я о них думал, но, тем не менее, не, ну, скажем так, не ахти. Возможно, я просто не очень люблю рисовать маркерами. Я как бы человек старого поколения, я предпочитаю краски. Это все современные, мальчики, девочки рисуют. Ну, что же это? И раз им удобнее, за них можно только порадоваться. Следующий арт, это тоже рептилия, вот такая, немножко уже другие цвета. Я брал, старался брать разные. Как видите, грудаки у них получились одинаковые, хотя я брал 4 разных маркера. Сталь разная получилась. Видите, вот здесь вот арбалет целиком я стальной бахнул. Ну, а хули. Значит, и вот здесь вот пасть тоже, видите, разная пасть получилась. Не знаю, как их совместить. Сейчас будем издеваться нещадно над артами. Вот, смотрите. Видите? Над артами и над ртами. Это вот алый у них в пасти. Это два разных алых. Но как будто один. И вот у него еще розовый вот здесь вот. Вот здесь вот. Это тоже еще один цвет. В общем, и такой вот получился воин. Это я в первый день рисовал. Только получил эти маркеры. Тут я ему серым выделил. Вот здесь вот такая сталь. Более-менее настоящая. Не такая желтая, как вот здесь сталь. Да. Здесь я уже немножечко дольше сидел над этим... над этим воином. Ну, ничего такого, чтобы можно было бы не сделать обычными акварельными красками. У меня раньше были Ленинград, которые прожили, не знаю, 20 лет. Они у меня еще с художки моей остались, с художественной школы. Но, значит, один из моих псов съел. Щенков, скажем так, еще тогда был. И, в общем, не стало у меня этих красок. И купил я самый обычный, тоже в фикс прайсе. Почему тоже, да, тоже такое же дешманство, как и светофор. Да, и, или даже в светофоре брал я что-то. Я уж не помню. В общем, рисую сейчас этими красками. Ничего такого. Можно рисовать всеми красками. Главное, скилл. В общем, последний ящер у меня такой получился. Холодный, как айсберг в холодильнике. Значит, с бумерангом вот такой. Это у него акриловым маркером. Я в пасти закрасил белым. Посчитал, что черная пасть как-то не очень будет смотреться. Вот этот вот голубой цвет. Он такой цвет есть только в акриле. Акварельными красками сложно такой цвет получить. Можно или в дидже сделать такой цвет, или в акриле. Вот для такого маркеры вполне себе ничего. Вот даже вот затеняло здесь коленку. Все, не могу понять, телефон высоко стоит. Не могу понять, видно, не видно. Хочу я снять обзор на свои старые, я как это называется, не знаю, скетчбуки, артбуки. Там еще вот такой есть, смотрите, парень непокрашенный. Мой любимый линер, он синий. Многие, наверное, сейчас вспомнят школу, у каждого, наверное, в школе, а то и в универе был такой чел, который очень много рисовал синей ручкой. Вот у меня в школе тоже такой был чел, да, я никогда не рисовал синей ручкой, но вот получил я этот линер совсем недавно, он дешевый достаточно, 70 рублей все стоит, ну, смотрите, какой классный, сочный цвет, ладно, это не относится к этому. В общем, последним ящером я доволен, если вот эти вот зеленые, это ничего из того, что здесь представлено, короче, не отличается от того, что было бы нарисовано акварельными красками. К тому же все равно потом будет в диджитале обрабатываться. То вот этот вот, скажем так, небесно-голубой, да, blue sky, sky blue.
Скай после того, как его захватили анунаки и превратили в рептилию, вот он, наверное, стал бы таким. И вот цвет, короче, неплохой. Не знаю, стоят ли они 500 рублей, 400 рублей, не знаю. У меня свободные деньги были, я решил, что раз в том году не смог попробовать, в этом году попробовать надо обязательно. Видел много обзоров на эти маркеры. И решил попробовать сам, вроде как ничего, так буду ими красить, пока не кончится. Поберегу краски, поберегу водичку. Тот кабель такой у меня замечательный. Ладно, в общем, на этом пора заканчивать. Шурупы сами себя не вкрутят, саморезы сами себя не засаморезят. В общем, с вами был Козел Альпийский. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я все это дело очень люблю. Я все комментарии лайкаю, на все комментарии отвечаю. Конечно же, по возможности, а пока. С вами был Козел Альпийский. До новых встреч. Всем пока.